И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемончик и Проэнд, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Волны аниматроников, оружие разбросано рандомно, кто первый подбирает оружие, тот и красавчик. Ну, и имеется в виду мощное оружие. Начнем с самого слабого. Как для меня, самый слабый это Бонни. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, спрыгиваем? Прыгаем. А, Димончик побежал сразу за оружием, смотрите какой хитрый. Опа, Димончик снизу, значит, все на меня. Давайте, давайте, ребят, я пока не включаю всю мощь. Тихо. Сбоку не помню. Ой, там куда пингвинов кидает. Ой. Иди сюда, друзья. Зато здесь они нигде не застреют и будет очень честно, когда уже будет их очень много. А что ты, Димончик, так слил? Ой, я упал. Ты так слился, конечно, быстро. Я думал, ты будешь тащить. Ладно, давайте подлетим, я просто что-то приснился, я не знаю, как-то не получилось. Ну, бывает, Дима, бывает. Подожди, еще я кто-то есть живой из аниматроников? Мы всех убили? Да. Так, все, оружие еще осталось. Убили. Так, давайте на крышу заново. Давай. Давайте сразу пожестче настроим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, это будет сейчас же пень. Берем оружие с того раунда, так как я не проиграл. Смотрите, сколько за мной. Ля-ля-ля-ля-ля. А я их обманул. Они не успевают. А, спасите, спасите, спасите. А, когда стреляешь, они замедляются. Надо стрелять всегда, Димон. Все, я понял, их не слабое место. А, сзади стена. Тихо, тихо, тихо. Все будет по красоте. Вы уже знаете, мы затащим. Мы не такое протаскивали. Затаскивали, натаскивали. Есть. Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. Ты умер, что ли? Я живой, я их... А, не, патроны Проэнд, кончились. Проэнд, умер? Дробаш. Да. Давайте ближе их подпишем. Да? Да. А! Ты не должен участвовать, ты не участвуешь больше. Ух. Смотрите, как прикольно, нога на ногу. Отдыхаю. Ля-ля-ля-ля-ля, я отдыхаю. А ты еще живой, да? Да, вы. О, вы это прикольно. Так, я смотрим. Не... Знаете, какой-то серьезный СМ напоминает. Потому что оружие тоже и большие. Но арены. Я затащил вторую. Ты всех убил? Да. Ну, красавчик, красавчик, хорошо. Теперь будет пожестче. Не знаю, как вы отреагируете, ребята, конечно. Вы готовы? Да. Ну, это совсем три жестко. Фиолетовых человека. Ну, мы начали, ребят, уже, все, начинаем. Вы по моей смерти это поняли. Так, надеюсь, они сюда не заберутся. Вот, смотрите, пришел даже в подземелье. А, валим, валим, убили. Валим. Не, так нельзя физганом, так нечестно. Физганом, не трогай физганом. Нет, стена! Смотри, я не даже тут. Давайте Бонни тут устроим с пистолетом. А, тут портал, я в портал. Хоп. О, а где это я? Ах! Вы видели? Я его увидел. Блин, так все быстро происходит, я ничего не успеваю понять. Опа. Ой, извините, не сюда попал. А, не могу выйти. Красный. Во. Эксит. Да что ж такое? Странно. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Хопа. Это у нас третья волна или четвертая, я уже запутался. Так, четвертая. Бегут, бегут. Оружие. Миниган. Да, четвертая. Погнали, погнали. Так все быстро, стремительно идет. У оружия появляется на том месте, где я их ставлю. Димон, ты заметил? Да. Это классный пар. Серьезно. Не надо париться. Ой-ой-ой-ой, он так быстро подходит. Ты что такой дерзкий? Раз дотронулись и слился. Все. Да. Это было легко, ребят. Это было легко. Ой-ой-ой, сзади него. Это было рядом. Нападай, нападай. Не, ну если бы они прям сильно были пимбовые и жирные, было бы вообще, блин, интересно. Кстати, не... Ой, ну нормально. Стринг-трапы перепрыгивают мои бомбы, которые я выпускаю. Вот, я, кстати, этого не видел. Не, это было легко, Димончик. Прикольно, но легко. А, ну это сопляки, ну давай. Пока пошла, блин, пошла жара. Я буду, короче, волнами. Жестче, жестче, жестче. Давай, пока мне. Только сильно много не ставь, чтобы мне не провисало. Пока мне идет четко все, ну, на всякий случай. Тихо, не перейди нам здесь. Тихо, тихо. Давай какие-то у нас и. Ох, дрободаш их вообще разваливает. Тихо, не спеши. Заряжаемся. Да. Сегодня у нас расслабончик. Так, ну тут жужжалка прилетела. Крылья тебя обломаю. А, сегодня мы профи. Не, давай пожестче, Димон. Две или да, три да, коровы да. У тех здоровых давай. Не-не-не, смотри, вот ты жесткий. Вот они сейчас будут нас гасить так. О, прям... это пердушки кислотные.
А их, смотри, эти с первого раза не убиваются, надо побольше в них стрелять. Тихо, тихо, говорю, тихо, немножечко тут. Не шуми мне здесь. Они такие шумные, но они прикольные. И крылышки маленькие, и летать не могут. Так, как курочка подлететь. Не, это оружие не против них. РПГ, любите? Детки. Опа! Я как буду быка гонять. Хоп, не поймала. О, пингвинчики пошли. А вот такое, не? Ого! Ой, так эта бомба валится одного раза. Как-то нечестно. Давайте хотя бы базочку возьмем. Так, давай теперь посильнее поставлю. Быстро, да, давай их разваливаем вообще. Слабенькие. О! Пошла жара, раз их много, беру базуку. Уже, они уже поживучи. Так, 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 так. По лапам стрелять надо. Когда в лапы стреляешь, они останавливаются. И умирают, конечно же. Ну что, идите сюда. Вот давайте с того дробаша постреляем. Он мне нравится. Бежит, бежит. Хоп, в последний момент. И отскакнули. Подпускаем, подпускаем и резко отбегаем. Хоп. Как ручная какая-то белочка. Собачка. Они уже помощнее. Ой-ой-ой-ой. Чуть не загасило меня с этой стороны. Ой-ой-ой, я сейчас умру так. Ну, дробовик, ты какой-то слабый. Мы уже убьем дробовичком ее. У нас какая-то прям схватка с ней. Или с ним, не знаю. Ну, для меня эта тварь будет она. Капец, они живучие, они настолько... Есть. Да не умирай уже. Не, очень оружие слабо против них. Если тебе, Димончик, помогу, я взял очень классное оружие. И еле убиваю их. Смотри, что я творю, а. Бесси. Нежданчик, да? Там вообще нереально выжить. Impossible. Смотри, что я делаю. Смертельный номер. Для них. Вообще разве. А есть какие-то пожестче? О, может, страйдеров? Не-не, я сейчас других поставлю, но они тоже. Хочу пожестче, чем эти. Да не, эти куски говна. Смотри, я их как щелкаю. Непонятно, у меня оружие имбовое. Но все равно, смотрите, какому бой не устроили. О, УЗИшечку классно, возьму. Да. Хочу УЗИшку пострелять. Где моя УЗИшка любимая? Во. Ладно, давай сейчас еще посильнее поставлю. Давай, Димончик, хочу жестче. О, давай, может, поставим несколько зомби и на танках их постреляем. Не, вон, смотри. Прям вообще именно такое мясо. С двух рук. Тут Димас легче играет. Ну, как бы теперь нет, у меня 47 хп, я могу слиться. Ай, не бейся. И на УЗИшке делают чудеса. Вроде бы все. Патрончика возьмем. Отлично. Вроде бы все. Нет. Вроде бы, но не все. Не успеешь добежать. С двух дуб замочу. Ну что? Это еще цветочки? Давай мощнее. Да-да-да, сейчас будет посильнее. Выехал отряд. О, так они нас застрелят. Тут надо, короче, шкерить с опозданием уже. Сейчас, сейчас, сейчас мы все сделаем, мы будем отсюда гасить. Ай-яй-яй-яй-яй. Это слабое оружие, надо взять мощнее. А что у меня да, есть? И гаси. Я сейчас приеду. Ждите меня. Да я гашу их прям вообще. О, Димас, сейчас знаешь, кого я тебе поставлю? Давай, я готов ко всему. Ведь это Гаррисмод, и здесь можно все, что вы хотите, и своей душе угодно. Хочешь тачки, хочешь то, хочешь все. Ребята, вы не на того нарвались, вы можете. Не, мне кажется, сейчас у меня такие пулеметы, что вообще нереально. Согласись, я их неплохо стану, только у меня патроны кончились. Вот, у тебя патроны заканчиваются, а у них, а их-то много. Все, моя машина теперь ничего. Попробую их задавить. Сейчас мы нитро прожмем. Ой-ой-ой, ничего. Уже надо больше разгон, сейчас мы разгонимся. Это вообще мы устроили бойню. Не-не-не, валим-валим, сейчас они меня убьют.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наша горит машина. Утилизируй машину. Нам больше не нужна. Утопил. Это было рядом. Гасим, гасим, да? А, Димончик, я разозлился. Я злой на них. Очень сильно. Бей. Блин, они вот уже пожестче, заметил? Уже не так уж легко их убить. Надо уже Боишься, да, их, Димон, еще до сих пор? Покажи, кто тебя, Димон, обижает. Цель наведена. Уничтожить. Живой? А ну, с пулемета долго буду гасить? Ничего себе, они крепкие. Ну, мне да. Никто не стреляет, зато, значит, можно их атаковать красиво. Красиво, да. Моих Димончик здесь валим. Не, смотри, сейчас кто на тебя будет нападать теперь. Ну-ка. Страйдер? О! Наконец-то. Танк против страйдера, ребята. Делаем ста... Не, два страйдера, это будет жестко. Я не могу дуло так высоко поднять. Согласись, это было классно. Но это, конечно, нежданчик. Я даже не ожидал, что до такого дойдешь, что мы будем танки против страйдеров. Теперь резкий тормоз. Гасим первого. Я сейчас тоже подключу. Давай, Димончик, бери танк. Давай, на танках будем гасить их. Это вообще мясо. Блин, такого успел, еще ни разу не было у нас. Это что-то новенькое. Поднимаем дуло. Я не могу его убить. Может, танковое оружие не берет его с этого пака? Может такое быть? Хотя маловероятно. Ну, проверяем. О, смотри. На. Не, Димончик, что-то вроде как не берет. Он даже должен отгибаться немножко от выстрелов. А ему ничего. Ну, отгибается. Я уже всадил где-то 5 выстрелов этого страйдера, ему ничего. Страйдеры, они жесткие. Ну давай я штук 10 выстрелю и скажу тебе. Что-то ничего, Димончик. Значит, слабый у нас пушки. Не, надо другой танк. Что-то он не берет их. Давайте возьмем БТР. БТР — это ж сила, все это знают. Он быстрый, кстати. С места, смотрите, как можно давать на нем. Ой, я даже не ожидал, что он так будет ехать. Пулемет их не берет, у них броня же стоит. С этого мода оружие не берет, я понял. Смотри, как я его хлопаю, там уже любая техника взорвалась. Ну, чё, они бронированные, они капец их бронированы. Ничего себе не берет. Давайте, давайте. Может, эту тачку электричество можно их заделать? Все-таки это похожие моды. Тем уже не ходим. Смотри. О, мне кажется, это оружие дает им просраться. Блин, не так уж и легко теперь. А! Меня убили, это было красиво. Это было классно. Но это еще и не все. Что же делать, что же делать? А, блин, убили. На какой машине их убить тогда? О, подожди, ай, страйдер, не трогай меня. На комбайна ПК попробовать. О, вот я танк нашел, который валит. Ну валил же только что, видел. Вроде как шатается. Гасите, гасите. Есть, Димончик, это было красиво. Ой, уклоняться я вздумал. Все будет стрелять по мне, я понял. Уезжаем. Вот это огонь здесь перекрестный. У нас только двое осталось, больше никто не выжил. Мы с Димончиком самые крепкие. Ты что по мне стрелять вздумал? О, мы его сложили. Что ты взял-то? Танк. Какой? Даже на котором прицела нету, стреляй интуитивно. А как он? Танк называется Transport Sig Wolf Vehicle. Вроде так, Slick. Ну ничего себе крепыш. Ага. Все, последний выстрел. Во, и последний страйдер. Ой, я не видел, что ты там, честно. Тупо газанул и поехал, а ты там стоишь. Так бывает. Снаряды наши как далеко полетели. Карта здоровая. Мимо. Видишь, тут надо интуитивно стрелять.
Ой, я попал. Ай, красиво, красиво. Смотри, сейчас его поставлю. Давай. Потому, сейчас будет интересно, вот реально интересно будет. Так прикольно, да. О, пошла жара, а по мне как одновременно и туда стреляет. Че, псих, что ли? Вообще неадекватный. Тихо, тихо. Офигеть, посмотри. Решетит меня. Мы вас можем убить? Это, короче, демон босс, 100%. Оп-оп. Ну да. Вот это он сеет патроны вообще. Вот, Димас, смотри, ему на помощь пришли. Че за голубь у меня там сидит? Вот, Димас, ему на помощь пришли, смотри. А, блин, Димончик сейчас убьют. Уходим, уходим, уходим. Пули, пули не попадают. Зачем я сюда прибежал? Ну, буду здесь шкериться. Так, буду брать что-то посерьезнее. Half-Life. РПГ. Яблочко. А-а-а, просто убили. Ты умер, да, Димончик? Это жестко. Я сам. Ну да. На соплях живу, 12%. Сыпет, сыпет, сыпет пули. И не летит, главное. Смотри, кто к нам еще летит. На. Смотри, кто летит к нам. Кто, Малхаки? О, да. Я только смотри, подумал. Смотри, смотри, смотри. Нет. Манхак, я тебя не люблю. Ага, меня чуть спанул. Ого, их там... Они к нам летят все? Ой, да, уходим. А может он их выпускать или нет? Нет. На тебе, Димончик. Нежданчик, негаданчик. Тут оружие мне не то. Из пистолетика. Красиво. А, это ты убил. Ай-яй-яй. А у нас... Ой. Блин. Ага. И тупо одна пулька и случайно, знаешь, да. Вот на дурака. А что он там стоит и не летит сюда? Он что, засал? Летит. Он, конечно, на одном месте стоит. Он боится нас. О, у меня есть аптечка. Она сейчас... не лечит меня. А-а-а. А чё у меня аптечка? А, она, наверное, с этого мода не лечит. Ладно. Ой. Знаешь, что случилось? Что? Я его убил. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.